Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена. И сегодня решила приготовить запеканку из вермишели. Вот у меня есть 200 грамм сухой вермишельки. Так сказать, решила зачистить холодильник. Ну, может, не у всех такое случается, но у меня так случилось. Вот немножко фарша осталось. Это куриный, видите, холодный стоял. Немножко творожка. Немножко сыра, маленький кусочек лежал. Думаю, ну, нужно это все объединить, и будет обалденная запеканка. Все, 200 грамм вермишели. Можно, кстати, не обязательно паутинку. Можете взять макароны, рожки, бантики. Так, чуть-чуть фарша. Ну, не знаю, грамм 200, наверное, здесь. 50 грамм творога сюда. 50, там 60 грамм сыра сюда. Если чего-то нету, ничего страшного. Нету, вот, например, у вас творожка. Есть сыр. Добавляйте сыр. Так, яйца вымыла. Разбиваю сюда 2 яйца. Все, чуть-чуть соли. Чуть-чуть соли. Хотя сыр соленый. Все, размешиваю. И сюда буду добавлять. Ну, вермишель у нас 200, значит, воды я налила 400. Если у кого есть бульон замороженный, можете бульон, допустим, какой-то добавить. Либо можно, что еще, водичку со сметанкой развести. Тоже пойдет. Все, смотрите, вот такая вот кашка-малашка. У нас с вами получилось. Ничего, сейчас вид у нее, скажем так сказать, подозрительный. Но когда это все у нас запечется, ой, будет вкуснота. Все, я сейчас это все перемешиваю. Форму, вот эту кексницу, смазываю маслом и буду высыпать. Все, вот форму я смазала обильно, прям хорошо, сливочным маслом. И вот этот пик высокий. Теперь еще раз вот вермишель так перемешиваю, чтобы равномерно это все. И выливаю в форму. Готовится быстро. Вернее, собирается она быстро. Ну, скажете, ой, не у всех есть это в холодильнике. Ну, наверняка и бывает такое, что и есть. Останется там немножко творожка, немножко фарша. Нет фарша, ничего страшного. Просто добавьте творог, либо сыр. В общем, фантазируйте. Духовку я уже включила. 180 градусов, ну, минут 40. Вот эту вкусноту ваши дети и внуки съедят на ура. Все, разровняла и отправляю в духовку. Ничего сложного нет. Все, достала я запеканку из духовки. Смотрите, какая она желтая, красивая. Ой, красотень. Теперь я сейчас ее приготовила в тарелочку. Хочу быстро перевернуть. Она полностью готова, не переживайте. Все это готовится очень быстро. Так, ну дай бог теперь это все красиво перевернуть. Наверное, я вот так сейчас сделаю. Оп! Будем надеяться. Ой, красота какая! Смотрите, ну целое произведение. Теперь я приготовила сливочное масло, чтобы всем же было это вкусно. Смотрите, целый кекс. Ну все, поливаю это растопленным сливочным маслом. Будет вкусно, полезно. Такой обед или ужин, еще раз повторю, и детям, и внукам обязательно понравится. Здесь все полезное. Сейчас возьму нож и кусочек отрежу. Так, принесла блюдечко, тарелочку. Все, красоту посмотрели. Небольшой кусочек сейчас отрежу. Попробую. А что пробовать? Бери да ешь. Это вкусно.
Ой, смотрите, смотрите, еще раз говорю, все самое полезное. Дети, которые не любят у вас вермишель или запеканки, вот в таком исполнении точно все съедят. И фарш, и творог, все полезное. Всем приятного аппетита. Ну и как обычно, мои любимые, приходите завтра.